Так, пока солнышко не село. Или в бассейне. Нет, 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 море хочу. Прям сразу вышел и пошел. Ну, как все рядышком. Это вот первый бассейн. Я так понимаю, что мы здесь завтракать будем. Я так счастлива, что я даже про усталость, мне кажется, сейчас забуду. А, как всегда, после пляжа сразу кокосовая такая штучка. Ноги обмывать. Это я помню, прелесть. Второй бассейн. Какой хороший, красивый богомак. Садиться не буду, а то завалю. Все в птичках. Ого! Габариты, да? Мы еще все изучим здесь. Вечер, наверное, красиво. Все в лампочках натянуто. Розовое франжипани дерево. Потихоньку, потихоньку. Так сразу все не снимешь. Ой, я не могу от такой красоты, господи. Из наших русских вижу только троих. Вот женщина, которая стояла сейчас, и мужчина, женщина в бассейне. Так, а как на пляж пройти? Ну, здесь сделали такую зону, набережную, которую я не видела. Сейчас мы посмотрим. Я сняла шлюпки. Здесь тоже зона отдыха. Посидеть вечерком или рано утром. О, сцена. Хорошо. А где спуск к морю? Столько китайцев, ё-моё! Ой ты, господи! Вот что значит суббота, воскресенье. Вот такой вот сделаю. Солнышко садится. Конечно, красиво, но мне не очень нравится. Все все туда-сюда, туда-сюда. Ну ладно, они в воскресенье уже уедут. В конце концов, это что, один пляж, что ли? Вы все усеяны вообще? Абсолютно. Сейчас покажу. Ах, это вот так. Ай, ладно. А, вот так они теперь и затыли, да? Ну, что говорить, тут когда... Волны – это единственное спасение. Тут же вообще вот это вот все сносило. Сразу пароль дали от Wi-Fi. Кстати, пароль обычный.
Ocean Place совместно написано по-английски. Вот от них одно вот это вот. Ой. Ого, какое теплое море. Ну-ка. Оно великолепно. Ой, наплавалась, не выдержала я, душа поэта. Они прям как-то толпа окружили меня, ну чё. Так, я видела эти крабы. Но сначала проводить надо солнышко. Очков. У меня завтра с гидом встреча. Написал, выдал конвертик. 16:15. Но такое время неудобное. Получается, что до 12 нужно загорать в море, поплавать. Потом самое пекло, и люди уже после 4, такие вот, которые вообще белые совсем. Да приходите обязательно. А обязательно, никто ничего впарить не будет. Ну ладно, посмотрим. Здесь вот 2 шага. Вот и все. Пошла-ка я в номер. Кстати, забыла я лицо кремом намазать. Немножко, ну правильно, сегодня такая дорога, все на улице, в жару. И подумаю по поводу ужина. Смотрите, какая прелесть. Совершенно плохо, да? Вот моя вилла. Это первый этаж, но он не мой. А вот второй этаж, вот этот балкон. Все, там больше никого. Замок. Мой замок. Башня. Башня. Надеюсь, вы завтра уедете. Ой, не поверите, что я взяла шляпу эту. Так она мне не пригодилась ни на даче, ну вообще, ну никак. Естественно, я ее покупала вот. Взяла, чтобы здесь, наверное, ее похоронить. Ну или на экскурсию один разочек. Так, стол я выдвинула, поставила это сушить. Ну, пока здесь. Пошла на улицу. На ужин. Так, я вышла. А я сейчас недалеко. Чисто поужинать. Если вот идти сразу от отеля налево. Там вот эти свежие морепродукты, которые в аквариумах плавают. Прям целая сеть на берегу. Но я сегодня туда, я даже не знаю, мне не хочется идти. Я сейчас здесь посмотрю. Если что-то приглянется, останусь. Если нет, туда схожу. Вечером прохладнее. 28. Но ветра нет. Посмотрите, что я нашла. Все в бассейнах. Все снимают, ходят. Меня даже пригласил, говорит, проходи. Ну, конечно, выбирай, что хочешь, выбирай. И тебе там все загрилят. Так, потом я не видел, это маленькие скатики. Вода чистейшая. А я вот такие вот все время раньше брала. Вкусненькие.
Вы понимаете, да, чем я буду питаться? Ё-моё! Они вот это вот очень любят. Океанариум не надо ходить. Берутся, клешни им замотали. Господи, присосалось-то как. Не было аппетита, так вообще. Ну, кому аппетит я подняла такой вкуснятинкой? Это же все внутри, понимаете, да, шевелится. Ой, какие зубы! Она что, умирает, что ли? Не поняла. Глаза мутные. Умерла, наверное. Сейчас спрошу. Так, это что-то очень большое. Я надеюсь, на меня не выпрыгнет. Боже мой! Милый! Тебя звать-то как? Ой, мне аж прям дурно. Крабы. А это кто? Такие дручины. У кого клешни? Там смотрят, да? Мне что-то нехорошо. Я даже не знаю, что покушать-то. Вспоминается, знаете, картошечка фри. Я даже не знаю, что выбрать. Фу ты, господи, лучше бы я не поворачивалась. Ты кто, Мурена, что ли? Похоже на то. Да, да, да. Перемешку с кем-то тут. Фух. Дети, им весело, они как вот как в цирк. А как океанариум приходит. Так, что у нас еще осталось?
Какая-то благородная рыбка, да? Или мне кажется? Ну что ее, ну вообще даже креветок нет, ну ё-моё, что делать? Охранник увидел мое лицо, говорит, не бойся, проходи, проходи, ням-ням. Я говорю, нет, 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 спасибо, я не останусь. Так, клава, и кафе есть. Уютненькое, нужно иметь в виду. Ну я вот здесь сейчас еще посмотрю. Слева, и все. А, получается, все эти зоны, ну, метров 200 я прошла, 250 от отеля, где вот начинаются на берегу вот эти все. Но они все только после захода солнца, аквариумы. Сейчас посмотрю, что у них. Просто не хочется туда дальше, в принципе, все одинаково. Сейчас посмотрю. Что-то креветки я не вижу. Так, Хонг Хат. Вот так еще на гриле. О, вот это уже нормально. Привет. Вот, вот это по-человечески, ребят. О. Вот, 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 вот то, что я люблю. Ой, как костром запахло. Ой. А где садиться? Ну, понятно, все в китайце. Ну ладно, ну, что делать-то? Так. Ну, креветки такие, не очень большие. Знаете, куда я попала? А мест нигде нет. Куда? Давай. Куда? Куда? Ты. Мамочка. Давай. О. Но мест нигде нет, ни в каком кафе. И меню, пожалуйста. Хорошо? Я оттуда ушла, у меня чуть мозг не взорвался. Буду здесь сидеть. Ничего, что мне без разницы уже. Ну ладно. Девчонка подошла. А мне тут смотри. Надо что-нибудь съесть, я куплю у нее. 30 тысяч стоит. Я так и не поняла. Ну ладно, это грейпфрут или помело, а это, так понимаю, сахар. Я надеюсь, что это сахар, а не что-то другое. Вот 30 тысяч. Я дала, у меня были как раз мелкие. И вот мое блюдо принесли. Свежие были, в аквариуме плавали. Я взяла на 300 тысяч вьетнамских донгов. Ну, здесь полкило. Вот это движуха. Так, и фокусы, и цветы, и огонь. Вот они на шпажках. И вот такой вот Сайгон я заказала пиво. И еще заказала кальмары на гриле с чесноком и с маслом. Дед Мороз приехал туда, в кафе. Что сегодня за праздник? Настолько жарко, что мне даже вся эта кофта мокрая. Это Вьетнам. Надо привыкнуть. Мне 2-3 дня. Короче, это Дед Мороз. Заехал туда на этом мотоцикле, слез. С таким тазом. Все это светится игрушками. Начал детям дарить. Все дети, девочки в платьях, все половина нарядные. Я думаю, Новый год, что ли? Ну, реально, Дед Мороз приехал. Какой у них там этот Тед был, да? Ну, он, по-моему, прошел. Попросила, ждала так долго. Попросила. В
фанту и маленькую бутылку пива. Этот вот Сайгон, оно действительно вкусное. Принес мне только этот Сайгон, даже фанту не почитала. Ну, вот эти вот магазинчики, я купила фанту. Но мне проще дойти сейчас и дом показать. Так, вот, я купила маленькие баночки, но понимаете же, знаете, что это самые вкусненькие. Колу. А наши деньги это где-то по 45, по 46 рублей. Фанта. Вот не поняла, вишневая или сливовая. Но все равно это будет вкусно. И просто фанта. Так, ну и вот это вот сладкое джелеби. Там, по-моему, 50, да, вот стоил он на стоянке. А это 25. Вот за это вот все я отдала на наши деньги 200 рублей. И в кафе кальмары, пиво, эти королевские креветки. За все я отдала 1500 рублей на наши деньги. Ну что, я подгорела. Ну ладно, как я сказала, 2-3 дня. Уж не будем обращать внимания, ладно. Ой, сейчас шла когда оттуда. Я думаю, что 500 метров шла. Сзади слышу, я так с этим, с пакетом, и так медленно-медленно. Слышу мужской голос по-русски. Ну, чего мы еле идем-то? Солнце уже давно село, ну, уже не так жарко. Я говорю, действительно, я говорю, прям прохлада. Не ветра, 28, ну, идет. Говорит, я уж третий день. Да, конечно, я не могу привыкнуть. И вот, как вот в Шри-Ланке, да, информация тебя сама найдет. Он говорит, а если вы проедете на мотобайке? Я говорю, у меня прав нет. Он говорит, ну я же езжу без прав. Здесь мы никому не нужны. Хорошо, ладно, пусть мотобайк это не будет по 100%. Такси или пешком по жаре 5 километров не пойду. Но он что-то преувеличивает. Говорит, дойдете до развилки, там в самом конце. А в принципе и может быть, но не 5, а 4. Спуститесь там, где рыбаки. Там мало людей, но тот, кто знает, приходит, они говорят, огромные лобстеры, огромные креветки. Вот лобстер, то, что там продают по 30, по 40 долларов в килограмм, где есть нечего. Ну, понятно, это красиво, но все равно бывает и вкусненько. Вот, а он говорит, за 100 тысяч этот лобстер, за 100 тысяч донг, это за 4 доллара огромного. Говорит, у них есть и креветки, и все. Я говорю, а кто же мне это готовить-то будет? Он говорит, да не, я говорю, они умеют. Они говорят, умеют все. Вот, говорит, заодно там с ним потусуешься. Такие, говорит, хорошие. Надо подумать на эту тему. Все равно для разнообразия. Вы понимаете, у них какой-то праздник. Негде сесть. Наши сидели, я уже покушала. Наши сидели, им принесли тоже по баночке колы и фанты. Потом я пришла на ресепшн. Он говорит, да что ж так жарко? Я говорю, да жарко, жарко. Я говорю, а почему у вас так очень медленно Wi-Fi работает? Он не, вроде ничего, я говорю, не загружается. Он говорит, у всех нормально. Он говорит, может быть, много людей? Я говорю, ну не так уж их и много. Там на берегу, может, и есть. А в отеле-то, ну, все равно не так много. Он говорит, WhatsApp работает. Я говорю, WhatsApp хорошо, прям летает. Я говорю, но у меня YouTube, я говорю, вообще не грузит. Он говорит, какой YouTube там не грузит? Ну и в конечном итоге я, это творческая студия, чтобы показать. Он говорит, ты. И я говорю, ну я, ну не то, что у меня узнал, а понял, что ты блогер, ладно. Вот, он такой, снимай, я тебе личный Wi-Fi свой дам. От ресепшена, мой личный. Слушайте, у меня теперь интернет летает. Я на порог зашла, у меня уже видео загрузилось. Так что, наверное, уже посмотрите. А это сейчас я уже не буду затягивать. Я баньки, и потому что надо выспаться. 2 суток не спать, куролезть, это тоже ненормально. Завтра будет день, завтра будет пища, завтра будем завтрак снимать. Ой, все рассказала, информации столько много. Ой, еще наснимай, еще я говорю, наснимаю еще. Все, друзья мои, спокойной ночи мне. Вам, может быть, хорошего вечера. Все, до завтра, до следующего видео.